еще один редкий набор от фирмы Cafereo. 144 масштабе. Это самолет И-100. Собственно, серия включает в себя три самолета. В этой коробочке лежит вот этот. Еще одна редкая модель самолета фирмы Cafereo Ki-100. Серия Warbirds. Серия включает в себя три типа самолета. В данной коробке находится вот этот самолет. Истребитель, довольно известный. Собственно, в коробке такая красивая инструкция и очень простая по сборке. Пакетик с мелкими детальками. Их немного, и они уже окрашены. И подставочкой. Ну а также сам самолет. Мы сейчас откроем коробочку, все покажем. Он так легко открывается. Декаль очень простая. И дальше все максимально просто. Как вы видите, вот такой фюзеляжик с внутренней расшивочкой. Некая имитация двигателя. Фонарик. Крылья уже в сборе. Пропеллер. Ну, собственно, все собирается. Довольно просто, я не буду крепить окончательно. Давите на крыльях уже сиденье. И вот он. Ну, собственно. Не буду все детальки крепить. Маленькое колесико вдевается туда. Сейчас вдену. Такой вот получается маленький самолетик. Но лучше его склеить. Безусловно, не очень удобно его собирать на весу, честно говоря. Вот как-то так вот он выглядит. Вот. Видите, очень небольшой, но аккуратненький самолетик.